Плохо сидел у футбольного клуба «Локомотив», Лейкерс. Благодарить за поддержку, которую вы нам услышали. Мы играем для вас, стараемся передавать ценности железных дорог, характер железнодорожных нашим игрокам, нашим воспитанникам. Привезли наш трофей, чтобы показать, приветствовать вас, поблагодарить. Спасибо вам большое. На Кубке России сегодня это была традиция. В свое время я помню, когда дорога принимала самое активное участие в становлении клуба, когда рождался, по сути дела, нынешний «Локомотив», и когда было 15 дней дороги, и все эти 15 дней дороги везли в поездах своих болельщиков для того, чтобы поддержать команду «Локомотив» в их спортивных состязаниях. Я желаю клубу в дальнейших победах, руководителям клуба, чтобы всегда понимали и находили взаимосвязь с основной вот этой вот массой болельщиков, потому что это вот та пятая сила, которая поддерживает сегодня команду во всех ее командах и победах. Успехов вам, мы будем за вас болеть и рады всегда принимать активное участие, когда у нас будет победа. Спасибо. Коллеги, памятное фото. Готовы?